Первая рабочая неделя 2016 года в Красноярске будет морозной и безснежной. По данным синоптиков, самый холодный рабочий день – понедельник. По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в городе ожидается до минус 25 ночью, 18-19 днем. Со вторника дневные температуры начнут немного подниматься. Уже в среду, четверг, до минус 14, минус 13 днем и 20-22 мороза по ночам. А вот ближе к выходным, по предварительным прогнозам, столбики термометров вновь опустятся. Ветер на этой неделе будет умеренным. В первые два рабочих дня – юго-восточный, а к концу недели – восточный.